Может, кто-то в мире и не знает, но о нашей столице сложено много песен. Некоторые из них стали народными хитами, их поют не только в день рождения любимого города. Музыкальные произведения разные по жанру, от классики до рэпа, но объединяет их одно – безграничное восхищение, завораживающее красотой невероятного мегаполиса, ставшего символом независимого Казахстана. О песнях, посвященных столице, расскажет Анастасия Валикжанина. Когда ведущему солисту «Астана Опера» Сундету Байгожину дали впервые послушать песню «Город мой», он был приятно потрясен. Его поразила мелодичность и проникновенность слов. Композицию на стихи Нурсултана Назарбаева и музыку Талигена Мухамеджанова записывали в Москве на студии Игоря Крутого. Сундет вспоминает, как под чутким руководством Батырхана Шукенова он пытался придать песне огранку. В 2011 году на День независимости оперный певец впервые ее исполнил. Город мой, ты стал моей судьбой, мечты столицей. Земли моей волшебной страницей. Наша столица, она очень красивая, и с каждым днем появляются новые объекты, новые здания. Она очень красивая, развивается, растет очень быстрыми темпами. Поэтому надо воспевать свои родные места, столицу, город. Видно, что действительно столица – это детище нашего Елбасы. И в этих строках отражается то становление, то, к чему стремится наша столица. О нашей столице уже сложено более сотни музыкальных произведений. Композитор Ринат Гайсин постоянно возвращается к этой теме. Любимому городу он посвятил три песни. Одна из последних – «Гульдей Бер Астана» была написана специально для более молодого поколения. Звезды казахстанской эстрады впервые исполнили эту песню на Экспо в 2017 году. Я предложил, чтобы в данном видеоклипе, в песне, были вот именно тембрально подходящие голоса Мадина Садвакасова, Айкан, Бейбут Кушкалиев. Вот, и поэтому все-таки, конечно, эта песня тоже для меня очень дорога, так как это была песня, написана с каким-то, может быть, другим уже оттенком, с каким-то другим таким посылом именно к молодому поколению. Группа «Азия» решила передать всю динамику города в новой песне «Нурсултан». Ко дню столицы музыканты сняли яркий клип. Участники коллектива хотели стать первыми, кто исполнил песню, посвященную переименованному городу. Их просьбу воплотил композитор Нурсултан Батыркулов. Сингл получился очень живым. Мы хотели передать силу и мощь города, его темп, сделать не лирическую композицию, а именно динамичную, та, что понравится молодежи. Песни о нашей столице мелодичные и динамичные, передают всю палитру чувств и цветов молодой столицы Казахстана. Анастасия Валикжанина, Мухит Кудыкбаев, Хабар 24.